когалымчане распробовали донецкие наливные яблоки. Речь идет о спектакле от гостей из Донбасса. Музыкально-драматический театр имени Марка Бравуна приехал в Югру на большие гастроли. Первой точкой на творческой карте стал Когалым. Спектакль по комедии Николая Островского «Наливные яблоки» показали накануне на сцене филиала Малого театра. Буквально через несколько минут в Когалыме труппа снова сыграет эту постановку. Предлагаю посмотреть отрывок спектакля с репетиции. А я ему скажу: терзай меня! Терзай мужа! А правда все-таки на моей стороне! Не за этим! Я тебя звала. Не за тем вы звали! Затем я шел! Если б я вас не любил, я бы так не говорил! А то я люблю вас. За эту самую глупость погибаю. Главным артистом и вашим добрым... Гости из Донецка привезли в Югру еще два спектакля. «Диалог одиноких душ» — это драма, основанная на беседах в социальных сетях, и «Рассказ о счастье» — перформанс по произведению Анатолия Крыма. Постановка расскажет о возвращении в детство, ее анонсируют как самый добрый спектакль. В программе гастролей еще 4 югорских города. На сцене Сургутской филармонии 6 апреля труппа покажет «Наливные яблоки». Сургутянам стоит поторопиться, билетов осталось немного. Добавлю еще, донецкая музыкальная драма выступит в Ханты-Мансийске, Нягане и Югорске. Гастроли будут длиться почти 2 недели.